Давно мечтал стать автовладельцем, но до сих пор нет возможности приобрести собственную машину. Тогда ты обратился по адресу. Потому что в аренде авто Easy Drive на 6-м сервере именно ты можешь взять машину в долгосрочную аренду по самым низким ценам в республике провинция. Заинтересовало? Тогда переходи в нашу группу ВКонтакте vk.com/easydriveprovince6. Easy Drive. Водить легко. Ну что, всех приветствую, мы вновь находимся на МТА провинции, это 6-й сервер, и это снова серичка по контейнерам. В общем-то, я принял решение, что теперь в каждом ролике мы будем открывать различные контейнеры, не только российские, и стараться выбить вообще все эксклюзивы, но, в общем, будем просто открывать самые интересные контейнеры. Но перед началом ролика хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайк, а также оставить свой комментарий. Ну а мы начинаем серию по контейнерам, всем приятнейшего просмотра. Ну а перед началом данного ролика хотелось бы напомнить то, что я играю на 6-м сервере МТА провинции, и ссылка на скачивание игры находится в описании. Также там находится промокод, который вы можете ввести в меню М, реферальная система, и получить скидку 25% на покупку дома или машины на третьем уровне до 700 тысяч рублей. По-моему, очень хороший бонус для начала игры, ну а мы начинаем. Собственно, 15 секунд доставочки. На самом деле очень волнуюсь, потому что это даже не серия по контейнерам ОАЭ, то есть это записывается вообще отдельно. Но понимаю, что, ну, в любом случае для серийки это придется открывать, и лучше это сделать сейчас. Ну и как бы и время сэкономлю, и вообще в целом. Почему бы и нет? Собственно, 14 миллионов. Почти что стоимость этого контейнера, знаете, деньги не маленькие. И вот если сейчас на самом деле отсюда выпадет Альфа Ромео, будет очень обидно, или ГТР, потому что это почти 7 миллионов минуса. Если выпадает Альфа Ромео, то это 9 миллионов минуса, и тогда контейнер... Ну, тогда этот контейнер просто, собственно, скорее всего, пойдет в какой-то там рандомный ролик. Собственно, без вообще ОАЭ и всего такого. Собственно, уже вот видите, люди собрались, которые... все, которые на контейнерах есть, собственно, вот... Блин, для Феррари тоже можно, в принципе. Видишь, Рон тоже можно. 4 секунды. 3 секунды. 2, 1. И... Tesla Model S Plate. Ой, какой кайф. Вот вы просто понимаете, как сейчас сердечко стучит, потому что на самом деле реально от этого все зависело. Ну, типа вот от этой Tesla сейчас все зависело. Короче, да, серички быть... Собственно, и будем мы стараться на ней, наверное, подобный контейнер открывать. Да. Она мне не нужна, потому что у меня уже есть такая Tesla. Я ее покупал из салона. Но ничего. Короче, 16 миллионов в любом случае мы лутаем. Плюс еще остаются бабки. Вообще, я в шоколаде. Ну, короче, ждем подобных контейнеров еще, наверное. Так, что у нас здесь по контейнерам? У нас здесь есть опять две япошки, собственно. Ну, опять, блин, я не знаю. Вот это, скорее всего, я опять-таки ставлю в начало, потому что день... Опять не хочу начинать с ночи, но... Окей, здесь открывают Россию за 155, я не хочу перебивать. Давайте, наверное, я снова поставлю... А, нет, сейчас уже поставил на Японию. Тогда я поставлю вот на вот эту Японию, поставлю 972 тысячи. На моем балансе сейчас 1 050 000. Собственно, и там шестерочки еще. Такие блатненые, знаете, такие крутые шестерочки. 12 миллионов, и этот контейнер никто не открыл. Семерочка, челу выпало... Сильвия, окей, еще сила была Сильвия, и мне Nissan, вот этот вот очень интересненький Nissan Skyline, собственно, ну, естественно, это в минус, но на самом деле не такой большой минус, что даже, в принципе, и радует. Сколько мы там слили, сейчас посмотрим, деньги нам вернутся. Блин, а мы на самом деле слили, блин, у нас стало меньше миллиона, на самом деле, мы слили 50, почти 60 тысяч. Ну... В любом случае. Так, есть ли здесь что-то интересненькое, с чего можно начать серийку по контейнеру? Знаете, такое, что бюджет вот моего миллиона входит, в принципе. Вот этот контейнер из Японии ставим. У, чуть-чуть, понимаете, чуть-чуть вы уже не успел бы. А, не знаю, здесь, наверное, минус, но 800 тысяч, собственно, ролик по контейнерам, да. И здесь... о, Civic, нифига себе. А, ну он стоит... 780, по-моему, я за столько и открыл контейнер, если не ошибаюсь, да? Типа, ну, около что-то того. Хотя Civic, конечно, интересно, но мы его продаем, окей. Собственно, короче, опять экстренное включение непосредственно вот сюда вот. Потому что я опять стоял, ждал российские контейнеры. Соответственно, денежки-то уже убрал в банк, думал, ну, блин. Надо продолжить открывать российские контейнеры. И тут, короче, From Dubai контейнер, который, собственно... Нужно открывать 17 миллионов плюс 12 миллионов, короче, есть контейнер, вот он
и стоит. Здесь ставим на него, короче, все, сразу ставим на него сходу. Здесь только, только что увидели, Tesla опять 42%. Короче, опять берем в Tesla. Ну, на самом деле, с такого контейнера я Tesla убивал. Это реально. Поэтому опять мега берем в Tesla. Блин, если это будет вторая Tesla, то это будет просто имба. Еба. Бля, какое же говно. Ну ладно, без слива тоже не обошлось. 7 миллионов. Контейнер стоил нам 12. 5 миллионов минус. Я поставил. Я тоже. Меня перебили. Я поставил. Меня тоже, я тоже поставил. Все, меня опять перебили. Меня опять перебили. Смотри, сходу. Сколько? Мне интересно. 150. 150 сходу. Капец ты мощный. А у меня уже 160, Дань. Кто больше поставит на контейнер российский? Да у меня 500 всего. 526. Я уже. Алишер Смоук. Дурак не умеет. Это мы перебиваем, конечно. Еще 200 тысяч почти. Смотри. 202. 196 у меня. У меня тоже 202. Сейчас. Ничего тут не выпадет. Ну 200 тысяч. 222. У меня тоже. Блять, победа нахуй. 2333. Приора даже. Приора на 11 тысяч перебил его. Да, у победы больше шанс, чем для Уриоры. Сейчас, какая сейчас Зил выпадет, нахуй. 260. Чел говорит, ему кажется, что сейчас Зил выпадет жестко. Тут сотка, ну от сотки мало, когда будет дропать что-нибудь хорошее. Дропалось почему? Блин, почему они смотрят на начальную ставку? Это не от начальной ставки зависит вообще-то, а от текущей. 400 тысяч! Перебиваем. 400 тысяч перебиваем. Я не за рулем. Удачи, Зазика. Мне оставили за 291. Перебиваем. Перебиваем. Блин, что-то же давай я тут пойду открою. А ты этот. Ага, еще чего-то нет. Да уже полмиллиона, что-то мне не нравится такая разница. Мне что-то дропнулось. Ой, еще 4,5 миллиона не поставил. 450 мне поставил. Мне что-то выпало. Че? Посмотреть? Не знаю. Дай сам сейчас посмотрю. Ебать. О, приорик. Нормально. Так, я в плюсе на 2000. Ну вот, это имба. А я сейчас буду в плюсе на минусе. Так невеста дропнется. Открывай. Он говорит, все открывает. Давай, Веста. Я чувствую, как он школьник. Да нет, уйди сюда. А там говно какое-то, не, хочу посмотреть. Бэмс. Смотри, победа. Жёсткий флот. Как они поняли, победа, что это победа, Волга? Дружище. Ну, блядь, Волга, реально. Но это было дорого, не зря. 13-4-4-4-4-4-4, правильно? Я молю, чтобы тебе... Давай. Блин, пожалуйста, Тесла. В прошлый раз за такую сумму выпала Тесла. Если сейчас выпадает что-то типа... Я не знаю, если можно сейчас... сделать с тобой фотку. Если сейчас попытаешь что-то типа, блять, Альфа Ромео, но это будет просто провал на самом деле. Хотя, с другой стороны, Альфа Ромео, блядь, здесь 14% на нем. Ну здесь на этот ебучий корвет тоже 14%, блядь. Вижу, ну, да. Там урос. Плейт 42. Блять, плейт, пожалуйста, можно плейт? Просто я тебя молю, блять, плейт. Да не, отвернись, все, отвернись. Все, 10 секунд. Нет, я просто. Я просто. Я буду смотреть, но. Этот. Пань. 3-2. А Бугатти. Блять! Блять! Это пиздец. 7 миллионов. Бля, я слил. Короче. Еще 6. Это ну да, 12 бывает. Миллионов. Короче, 12 миллионов. Ну что, вот такой вот ролик вышел по контейнерам, если он вам понравился, если у вас есть какие-то свои пожелания, какие-то идеи, и вообще в целом, как можно еще разнообразить эту рубрику, пишите в комментариях. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр, не забывайте про лайки, подписки и комментарии, на все, всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока.